Еще одна особенность, кстати, токийских витрин – это пластиковая еда. 2 миллиона йен. Это, собственно, в рублях сколько, напомните-ка мне? Это в рублях 1 200 000. 1 200 000 за чайник. Берем? 2 берем. Отличное решение, чтобы невозможно было украсть бутылочку вдовы Клико. Потому как купить мы ее точно не сможем. В супермаркетах, в общем-то, нет ничего необычного. Единственное, что здесь продаются тухлые яйца. Все написано на японском, и человек пришел в халате. Что у нас человек? Вот еще мне очень нравится, что у них наравне с большими бутылками винчика продают еще вот такие маленькие бутылочки. Ценники очень дружелюбные. 180 рублей это вот за бутылочку маленького винчика. Ну, кстати, винчик ничего, я пробовала.